Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства поручил уделить особое внимание росту благосостояния жителей Подмосковья, в том числе созданию новых рабочих мест. Обращаю ваше внимание на вчерашнее выступление президента, на акцент на эффективности экономики в деятельности муниципальных, региональных органов власти, на важность обеспечения благосостояния людей, повышения заработных плат как в коммерческом, так и в бюджетном секторе. Конечно, это невозможно без сильной экономики. Поэтому мы все, каждый на своем месте, большое важное внимание должны уделять созданию новых рабочих мест, высокоэффективного производства. Андрей Воробьев отметил, что в 2017 году экономика региона выросла на 3,2%. Было создано 15 индустриальных парков, 7 технопарков, 53 новых завода. Я хочу обратить внимание нашего инвестблока, Денис Петрович, вас и, конечно, глав территории, всех, кто осуществляет надзорную, контрольную деятельность, о важности создания благоприятного инвестиционного климата. Завтра мы открываем большой проект, который долго готовили, сопровождали. Он дальше будет развиваться, ТЭЧ-МИЛ в Волоколамском районе. Вьетнамские инвесторы значительное количество средств уже инвестировали, и дальше большая программа. Наш земельно-имущественный блок, соответственно, ищет, готовит новые земли для реализации этого проекта. Моя задача сегодня еще раз подчеркнуть важность этой работы, важность создания рабочих мест в каждом муниципалитете. По данным компании «Медиалогия», Подмосковье стало лидером медиарейтинга по реализации майских указов президента Российской Федерации Владимира Путина в сфере экономики в 2017 году. Сергей Григорьев, Ольга Скрябина и Андрей Минкин для программы «Городские вести».